Так, сейчас я гляну, как у Варди, ребят, просто. И пойму это все. Так, спрыгаю в игру. Сейчас Варди придет, короче. Я чуть ни хрен не понимаю тут, чем к чему, если честно, ребят. Сегодня как-то я не отдупляю вообще, что происходит. Вот есть такая ссылка, ребят. Вот есть такая ссылка, и тут можно призовые как бы пополнить на этот турнир, я так понимаю, короче говоря. То есть вы можете поддержать тут, как я понимаю, приз. Чудо ни хрена я не вкуриваю здесь чё к чему. My language is a bit vulgar today, I'm just. Так. Короче, ребят, кто шарит? Кто шарит, я просто хз. Там есть, короче, ссылка, ну вот с переходом получается. И там можно без. Без вообще доната, как бы, ну, то есть призовой пополнить. Вот. Я хз, как это делается. Вот сейчас я буду разбираться с этим моментом.
Вот уже там пополняют пацаны. Там код надо, блин. Откуда мне этот код взять? Я вообще хз. Короче, вот, ребят, такой купон. Можете здесь юзануть, вот, я так понимаю. Какой красный шлемак, что-то не понял я. Ну все, ребят, Кин против Блай у нас начался матч первый. Вот Рета. Че в настройке звук? Че, музыки нет? Во. Ща я тут подразберусь быстренько. Завершено. Так, ребят, вот у меня получилось, кстати, все сделать. ТСМ готов. Вот, Кранк там вообще 101 бакс залил, я смотрю. ТСМ готов. Короче, вот вы по ссылочке, что я кидал, можете там это поддержать, короче. Так, короче, пацаны. Сейчас ГГ года еще идет, машина, короче, там всякое происходит вообще. Очень по той ссылке, что я кидал, ребят, можно купоном пополнить все это дело, короче, и все будет норм, просто будет прекрасно тогда. Вот, ну или поддержать данные турики. Варди, спасибо, что организует, приглашает. У Блая Лейер пошел, Блай в третью выходит, по рабочим пока в плюсе. Потери у Блая, потери на 6 собак было вообще. Какой донить, ты дебил, что ли? Я тебе говорю, купон вон, ё-моё, скинул я. Там бакс можно пополнить просто так. Сейчас выпилю, блин, если купить будешь. Вот и все, что будет далее. Короче, ребят, Викинг еще овер разбивает. Есть купон, я скинул его в чат вот там вот. И по этой ссылке переходишь, его используешь, и там можно на бакс пополнить турнир, короче, вообще. Так.
Нет, шлемак это нужная тема, короче, это логотип этого турика, короче, там и вот этой пополнялки, короче говоря. Я, честно говоря, ну, не особо разобрался, что там к чему. Вот Варди мне какую-то ссылку там скинул, можно добавить, короче, ссылку. Просто, ну, этот купон юзать надо вообще. На ГГ года скинут, не волнуйтесь вообще. Там можно и деньгами задонить, как бы, но здесь просьба даже не деньгами задонить, ребята. А есть халявные купончики, я просто до конца не, ну, не понимаю, как эта система работает. То есть, если каждый там перейдет, вот, юзанет, короче, вот эту хрень, я сейчас скину, вот. Здорово всем, ладно, не буду я нервничать на самом деле. С базаль что-то тут, блин. Не понимаю, что нам делать, вот. Я вам дублирую в чатик иногда, потому что, ну, я хз куда ее добавить, чтобы ее видно было, как бы, чтобы она лучше просто вам глаза не мозолила, на самом деле. Я вот так вот сделаю. Ну что, ребят. Тут у нас банши везде, здесь у нас мех уже с трех факторок идет. Была хорошая экономическая очень даже ситуация такая. По рабочему в плюсе 65-53 там сейчас ситуация. Один на один грейдики пошли. Ну, пока что была это больше терял, но вот 6 геликов он единственное кинул сгрыз, но Кинг ему поубивал рабочих некоторое количество. А вот тут двойная банша залетает. Просто сейчас начнется харас на третьей базе. Посмотрите только. Скопление минералов выработано. Войска Роя атакованы. Рабочие атакованы. Ставки на СК2. Ну, я на Ливон Еспорте ставлю, потому что там с реферальчиков мне приходит. Просто по фану. Денег никогда своих я никуда не вносил. И своих именно денег не ставил, и никому не советую, на самом деле. Не, ну, кто-то на этом и деньги делает, в принципе, поэтому... Советовать, не советовать, это ваше дело, но... Как вы знаете, ходят байки, что... Можно жопу проиграть, как бы. Среди населения. Вот. Так, две банши висят сверху, которые харасили до этого. 12 юнитов, у одной из них убито. По лимиту очень близкая такая ситуация. Ну, это, конечно, была не на руку. Но вот начинаются у него такие забегалити всякие. Свармхосты пришли. Кин их тупо видит сейчас и... Что делает Бла, я что-то не курил, если честно. Вот. Ну вот в данном случае я могу даже рефералку свою на Ливон Еспорт кинуть, кому интересно. В данном случае у меня там не Кирилл Петыч баксов скинул капли спону. Я по фану ставил, и дам 27 у меня сейчас уже стало. Ну, как бы, не знаю. Пока пилю там по фанчику, короче. Сегодня напилил тоже там несколько ставок. Что делает Кин, я не понимаю. Неужели не хватает соображалки переключить эффекторов на другую раскладку просто? О, сагрил тут, смотрите. Сагрил Кин этих локустов на... Ё-моё, чё это Блай делает вообще, не понимаю. Чё он творит-то, Блай, ты чё творишь? Пришли банши, пришли торы. Сварм, хосты под ударом оказались. Под каким жестким Блай всё просрал здесь вообще. Как он так умудрился хостов-то всех лить? 2-2, слить, 2-2 грейды делаются. У Кина, посмотрите, у него очень сильные грейды, надо вперед идти вообще. Так, да я по фану на...
либо на эспорте ставлю, сейчас скину ссылку. Если будешь региться и рекси по ней обязательно. Там все норм, короче. Лимиты не урезают. Все нормально, короче говоря. Кин идет на выход, ребята. Кин идет на выход. 2-2 грейды не готовы, но лимиты 182, что больше, чем у Гланиус, 170. Сварм хостов Блайт тупо отдал до этого. Практически всех осталось 4. И что 10 их 8 локустов делает? Да, собственно, ничего вообще. Это другой сайт. Сайтов так-то много всех. Да, очень, я так понимаю, но я за все вам не скажу, что там да как. Танчики еще выше идут. Кажется, Блай под ударом оказывается. Третья база у него не кажется, она точно под ударом. Викингами зафокусил. Вайперов Блай даже зелень не выставил. Да ё-ма, как так-то? Танки снизу вообще поливают там адски. Один в бою не участвует, правда. Но здесь еще инвизные банши у Блая Версира отсутствует. Это 1-0 кин. Еще и 2-2 доделалось прямо здесь в бою. Короче говоря, Блаю больно. И здесь ему нечем будет отбиться абсолютно точно. Потому что вы видите, что происходит здесь. Кин тупо пришел благодаря ошибкам Блая. А какие ошибки были? Отданные свармхосты здесь. Свармхосты не напрягали. Дал возможность тирану выйти. Кинг посмотрел, что у него 180 лимита, пошел, собственно, Блая и убил просто в лоб. Эти, а Тор-то как погиб? Брудлинги, что ли, сгрызли? Или Кинг сам своего Тора убил краснеющего? Я вот этого не понял момента. Ну, Блай пока не выходит, а играет до конца гейминг, как он любит. Так, вот пришел. А, мама, точно, дверь закрыла, прошу прощения. Мистер Анжуля, наши КСМ атакованы. Я не продержусь в одиночку. Разработка. Зададим им жару. Так, все, возвращаюсь к вам. Кин уже ко второй Блая базе приходит. Опять вайперы. Вот Блай в игре уже потерял вайпер. Два, еще три было. Он их всех потерял. Ни одной зеленки даже не выставил, по-моему. Даров, спиритолог. Кстати говоря. Вижу, что ты сегодня пишешь. Тут на СК 2 ТВ пишут. И не всегда понятно, кто и где. Так, прыгаю в игру.
Здорово, Хит Висбурн. Думал покататься тут я со своим стримом. Бывает, братюнь, бывает. Тут уж я не виноват. Так, ну Блайкин выигрывает. Тут выиграет ли он Скарлетт, это вопрос, конечно. Выиграет ли он Скарлетт. Ну что же, пока что Kings Blime 1-0 ведет. Все вообще тираны, вот реально тот, кто любил мех и играл мех, они сейчас должны быть очень рады. Почему? Вот. Здорово, X-Focus, X думал побухать, а тут я со своим стримом. Так ты как Цезарь, ёбан, одно другому не мешает. Ты сразу два дела делай одновременно. Так, мне еще перезвонить надо точно, кстати. Мне же человек звонил. Ну ладно. Перезвоню чуточку попозже. Кимблай у нас, ребята, здесь идет. Так, ну что, глубоководный риф, 17-я хата газ-пулу Блая, добывается газ. В общем, через Риперка, ребята, пошел в реактор на факте, гелики строятся, Блай летает, тут все видит прекрасно, конечно, но здесь можно как и в био выйти, так и в мех спокойно из этого стиля, в принципе. Блай понимает, что у Кина еще долго не будет юнита, которым можно наказать вот эту летающую байду просто, и висит в наглую здесь, но нужно тоже, конечно... Совесть иметь. Нужно улететь, а то сейчас Кин ведь может показать инвиз и викингов в старпорте, как в прошлой игре. А у Блая скорость овером-то нет, то есть это точная потеря как бы овера будет. Опа, а это что? Два гелика приехало, пять дронов сожгло. Бывает? Бывает, но не надо так. Что-то Блай косячит, конечно. Собак вообще не было. Конечно, при отсутствии собак гелики в легкую могут нажечь. Сейчас еще и Рипер на мейн залетает. Посмотрите, а здесь нет королевы. Сейчас еще дрона здесь потерять можно на изичах вообще. Ну, так. Ну, Блай тут готовит спорку заказать. Так, Кинг законтролил криво, конечно, вообще. К сожалению, ничего не убил больше для Кина, к счастью, для Блая. 12 собак заказано, плюс к имеющимся уже 8, то есть 20 лингов будет у Блайчика. Но здесь-то гелики. Здесь-то гелики. Почему био перестали играть? Я не знаю, говорят, минки сейчас, типа, видимые стали
типа бью без минок не очень, как бы. Например, по крайней мере, кого-то я спрашивал, был аргумент с процессами такой, но мне кажется, что минки это, ну, на лейтовой стадии не сильно это и опус, то, что они как бы видимые стали. Ну, типа, мех вот норм, сейчас играет мех. А, оп, смотрите-ка. King Bio выходит. Крамсает, Блайо тут вторую базу, 4 дрона убил, королева пришла отбиваться. Ой, а в это время гелики на третьей, Блайушка, что ж ты творишь-то, ё-моё. Что происходит-то такое? 11 дронов уже минус, они жгут, просто жгут, адски жгут вообще. Блай даже дронов не пытается увести, а что, сколько погибнет, столько погибнет, зато минералы добываются, да, как бы, ну, норм такой принцип. 22 рабочих минус, но это перебор уже, ребят, ну как так можно-то? 54-61, здесь оверкин сбивает, и ведь, между прочим, это Steam. Видел это Блай, только где бараки вообще? А, обманочка пошла, ничего себе, какая обманка, Steam почти доделал до конца, вот дает Кин. А здесь уже переход просто в лаборатории пошел мех. Опять ЦЦ-ку попытка сгрызть идет от со стороны Кина третью. Надо выводить КСМ-ку, что Кин, собственно говоря, и делает. Блай мимо почему-то пробежал. Почему мимо-то пробежал, я чуть не понял. Марики Банша приходит. ЦЦ-ку все-таки достроит Кин. 45-45 по рабочим вообще. Ситуация у нас. Кстати... Вы информируете меня, ребят, пожалуйста, знаете о чем? О отборочных ГГ года. Потому что мне, у меня сетки, надо в группу ВКонтакте лезть. Главный-то пропал этот турнир. Если кому не улом, скиньте сетку вообще. А, в скайпе есть, Юра кидал, точно. Вот, все, отлично, даже не надо не скидывать, я сам найду. Фига там народу у нас бьется, нормально, кстати. Ну и между прочим, что-то маловато иностранных игроков. Значит, много наших будет на финалах, я только за, в принципе, как бы здесь. Блай наконец-то понял, что Кинчик мех играет. Но у него какая-то поздняя, кстати, армори здесь, то есть грейды будут не самые ранние. Вот сейчас вот доделались, надо заказывать грейдики. Опять где-то банши жгут. А, они вдвоем жгут, они вдвоем здесь жгут. 5 дронов было, а минус он только кусманы летят наверх сейчас. Блай хайп. Достаточно ранний хайп. Есть еще геликов хорошая пачка. Что у Блай? 6 роучей, да, против гелионов, да. Четвертая цеха у Кина, здесь стенка сделана, кстати, здесь проход, по-моему, есть, здесь же депоху не блочит, здесь жирное здание блочит, что за бредовая стенка, вот проход здесь очевидный. Сейчас чемодан гейминг будет, чемодан харас, я так понимаю. Геликами Кин прям в наглую через роучи Блая проезжает. Не, ну это перебор, куда Кин так нагло-то едет? Взял гелик, что-то слил сейчас просто пачку нереальную какую-то. Штуку. Да это вот зря Кин сейчас сделал. Это был очень плохой заезд. Ну, в любом случае, перспективы какие? У Кина больше рабочих, чем у Блая. Как бы. То есть все строится, все развивается, 5 факторок работает, 1-1 грейды инженерка, Старпорт Викинги строятся. Все стандартно, все... Все работает. Так, эти рабочие в АПС поехали. Здесь, что ли, нет прохода? Да ну, здесь должен быть проход, ребят, я... Уверен, что здесь проход есть. Так, 14 дронов. Это тот же заезд был или еще новый? Я уже запутался, ребят. Походу, уже новый какой-то залет был в банши. Третью, четверточники надбивает. Надо достроить базу сейчас обязательно вообще. Thank you.
7 дрончиков, короче, минут. Опять. Ну, Блая, кстати, с вармхосты в этот раз не погибли. Вот только, только Банша начинает нарезать. В прошлый-то раз вы видели, как гелики нажгли. Гелики с вармхостов. И Банши их встретили с торами, потом там ничего от них не осталось. Здесь у Кина все лучше в этом плане. Банша в инвиз уходит, здесь оверсир есть, нет смысла, он врубил инвиз и отключил там. Смотрите, геликом грейд, кстати, он не отображается по-русски, Rapid Fire Launchers. Это чтобы с быстрым захватом они первые залпы очень жестко делали. Опять гелики поехали, да ема, Кин только синее пламя сейчас делает, очень позднее синее пламя, должен я сказать, поэтому нажечь хоть и получается 8 дронов, 10, ема, Бла еще ведет все прям сюда, но 10 дронов, о, прилетели локусты, здесь 3, 2 танка и Тор погиб, это серьезный урон, у Блая больше лимита, чем у Кина становится, несмотря на все его фейлы, как бы он... уже по потерям в плюсе была здесь, и, по-моему, это шанс для него очень хороший, но сможет ли он Кина сдержать выход, если тот вперед ломанется, например, это вопрос открытый пока. Есть вайперы у Блая, есть вайперы, Кин идет вперед, скан пошел, надо, да, крип отсюда отогнать, надо прогнать вообще Кина вон. Зелень по викингам пошла, Кин очень грамотно отводит сразу по тому, к которому попало, не получив дэмэджа с плэшем практически никакого. 162, 163 по лимиту. 2-2 грейды доделаются у Блая. Посмотрите, у Блая 2 эволюшена, у него 3 единички и все. Он только, причем он с 3 эволюшенов, один, то, с 2 эволюшенов. Смотрите, 2 эволюшена, я вру. Эволюшена 2, но единички 3. Вот, ну и видите, что Блай больше ничего не делает далее. Грейды никакие просто. Пошел гидрой подрезать викингов, получил зал Блай адский просто. Развалилось у него много юнитов. Он заказывает 20 гидралов. Он выходит, между прочим, в Greater Spire сейчас. И его тупо нет сейчас, этого шпиля. Поэтому как Блай дальше биться собирается. Да шхз. Микос кидается. Хелбаты лезут вперед. Хелбаты отдаются. Но сзади-то танки еще в прессинг идут сюда. Зелень в танчики кидается. Локустов очень много, но хелбаты затанковали все. Нет оверсира, что Баншу обнаружить, Блай на танки лезет. Зеленка кончилась, танки разносят. Все на 2-2 грейдах. 140 на 130 по лимиту. Гидра вся превращается в фарш просто. После залпов этих сич танков. И нету возможности никакой выйти в брудов. Потому что карапторов даже нет. А Greater Spire доделался, ребята. Оказалось, Блай уже практически перевернул игру, но Блай почему-то драться в лоб не может, я не понимаю, почему. У него что-то вообще дичка-то, все летит, все отдается вообще, куда-то все бежит, блин. Так, локусты прыгают, надо бы отвести под хелбаты. Где хелбаты? Танки сами себе с флешем дэмэдж наносят. Снизу локусты, кстати, 2 танка, кину минус 0. Но тут прям без сиджи кин, основная масса танков, 2 в сиджи сзади. Викинги садятся уже тоже на землю. Сейчас еще и 3-3 грейды на подходе уже. Падает четвертая хата, ребята. 2-0 кин, короче. Это 2-0 кин, и это печально вообще. Так, полетели локусты, вот это грамотно, кстати, Блай локустов повел вперед, но этого явно недостаточно, чтобы тупо отбиться здесь, потому что викинги садятся, здесь есть хелбаты, здесь вообще много-много чего есть вообще. Okay. 2-0.
Так, ну что, ждем продолжения, ребята. Короче. Ну что, статс против кина у нас тут сейчас будет. Так, на Корею, да, идем мы. Так, а тем временем идет у нас ГГ года первая отборочная. Вижу в 1/8 Димагу, вижу Арктура, Слэшерс, Фоллинджер там есть. Изи уже в 1/8 Култини Разим, Браток. Ну, еще там будет долго идти, все достаточно. Я не знаю, успеем мы туда прорваться сегодня на концовку или нет. Ребят, я буду пилить рекламу обязательно, конечно, в паузах. Помните об этом, помните про поддержку меня и моего канала. Ждем кин против статса игры. Она сейчас начнется через пару секунд. Интересно, как кин с пропсами играет. Биу или в мех? Мне вот интересно, это очень прямо-таки.
Так, все, ребят, прыгаю в игру. Сейчас надо перезвонить мне быстренько. Это у меня один тут упорно товарищ. Что-то набамбливал смс-ки. Сейчас, погодите. Так, ну все, ребята. Да, здесь везде было три ребят. На самом деле. Вчерашнюю запись, кстати, я не выкладывал, ребята. Хорошо, что ты напомнил. Сейчас я ее найду быстренько. СМ готов. Так, вот только хотел человек позвонить, и он сам перезванивает, блин, секунду. Здесь, среди теней.
здесь, среди теней. Так, ребят. Я здесь. Все. Скидываю вам запись. Извиняю, короче, что отвлекаюсь. Извиняюсь. Вот здесь вот плюсики ставьте. Это вчерашняя запись. Кто не видел, смотрите. Группа C у нас, где Hellraiser играл. Достаточно интересные там матчи есть. Вот, сейчас скиду. На самом деле, кореша моего день рождения вчера было, сегодня что-то там праздновать собирается. Где звонят ребята, которые, возможно, пойдут, спрашивают там всякие вопросы, вот. Вы видите, что творит сейчас Стас вообще? Он просто расконтраливает мариков этих всех в холомину, блин. Посмотрите, что он наубивал. На 500 ресурсов наубивал. А это все... Все благодаря тому, что пробка выманила залп минки. И Стас нахарасил тут просто конкретно. Вот. Играет он билдом, подобным зестовскому билду. А какой зесты билд? Это гейт в Twilight в Blink в 3 гейта. Вот. Стас играет немножко по-другому. Через Twilight Blink и две фаржи, то есть ранние 1-1 с мейна. Мне вот такие билды очень нравились. Всегда как грейдики пораньше. Там вот это интересно, на самом деле. Стиль очень такой. Ну тут Стас без потерь обошелся. Отогнал дропчик. Чаль, что-то взад вперед бегать. Плюс 2 гейта пошли. 3 сейчас будет. Может быть, Стас еще один добавит. И их 4 станет. Нет. Нет, не будет. Стас гейтов добавлять больше. Ну, скоро доделается блинк. 1-1 бустить я смысла не вижу. Бусты надо тратить уже, когда 2-2 грейды начнут делаться. Здесь можно раскачать экономику сильнее, просто попытаться бы его бы. А тем временем Кин просто сбивает обсервера, который рядом летал. И Кин, между прочим, играет совсем ни в какой не в мех. Он играет Билу, 3 барака, факта с танками. То есть это Марика танки будут, что ли? Да, похоже, Марика танки. Но... Да и мародеры, наверное, здесь будут. Еще барак пошел. Базовый, причем прессинг, это 5 бараков уже будет сейчас. А что Стас вообще во что выходит? Так, плюс гейты. Вот против этого стиля... Против этого стиля работает просто... Блинк, переход в чаш, в архончиков, как бы, минок нет. То есть там зилка архоны будут решать очень-очень неплохо, по-моему. Но тут очень важна крит-масса. Может накопиться у тирана крит-масса с двух баз, он придет, заблочит Стас, ему будет не подраться. А может у Стаса накопиться эта крит-масса, он просто убьет оппонента своего нафиг, короче. Ну, по грейдам уже Стас неплохо стоит, у него 1-1, то есть у него 2-2 заказано, но выход Кина вполне возможно будет до готовности Стасского 2-2, потому что бустов я особо здесь много не вижу. А надо бустить желательно эти грейды, чтобы они быстрее доделывались. Хотя вот сейчас уже 3 Нексуса заработает. И из 3 Нексусов-то бустов больше станет, естественно. Тут Стас что-то бегает, проверяет по чуть-чуть. Сталкеров добавляет в группу. Не вижу я архивов темваров, это очень важный момент, кстати говоря. Акин выход пошел. Вот вы видите этот выход. Статса нет никакой информации абсолютно об этом выходе. Но он как будто чует что-то. И встает здесь рядом, короче, с камнями. То есть он будет пытаться Кина отогнать отсюда. Но Кин, кстати говоря, вот здесь, если танки рассижить на лоу-граунде, можно очень больно сделать. Кин заходит сверху, или как он? Вот, видит Стас, что Кин здесь рядом. Танчик отблинкивает, филд поставил, надо отойти. Ну куда ты сталкеров-то ведешь, братюнь? Ты чего? Надо чаш, чтобы доделался. Чажа еще нет, ё-моё. Еще 15 секунд до чажа. Без чажа нельзя здесь драться вообще, Стас. Куда он идет-то вообще? Что он творит? Не пойму. Встает за Нексус. Раскладывает призму, чтобы варку быстрее шел.
Получается, Apply Block резко сейчас надо пилоны восстанавливать. Нужно бустануть бы стацию, я бы на его месте бустанул бы 2-2 на самом деле. Бушегрейды еще не готовы, а желательно их доделать побыстрее. Будет стац драться на чаже. Да, пошел вперед, зелки прыгают на чаже вперед. Танчик фокусит раз стац, танчик фокусит два стац. Давар зелку прям в атаку, 2-2 грейды прям в бою доделались, танчик еще один убивает, отблинкивает демедженных сталкеров, как стал здесь законтроливает, интересно. Медиваки сбивают все, лечение у Кина не остается практически, посмотрите какой жирный протоста грейженный. Сбивает еще медиваки, Кин аж приуныл, ГГ написал, я сам офигел, что тут увидел, просто старс красавчик. Очень четко отыграл он. А я думаю, уже сейчас Кин забреет статься просто потому, что пришел. Им Кину надо было поактивнее как-то быть. Он что-то встал, два пилона убил и стоял, тупил. Там нужно было всем био пытаться агрить вообще, мне кажется. Да, вроде прикрыто. Надо в игру зайти. Так, ребят, два плюсика здесь, на вчерашней записи еще бы плюсов бы с вас бы надо бы здесь, пацаны, а то что-то ленитесь вы, смотрю, совсем. Надо плюсовать запись, чтоб ее увидели другие на Good Game, ребята. Не плюсик, а в правом нижнем углу вот такую штучку надо поставить. Так, ну что, статс 1-0, путь на Эур, карта у нас вторая. Идет пробочка в разведку, гейт у статса, пилон гейт, газ в Нексус, кибернетчика будет. Второй газ, кибернетчика, нужен пилон на второй базе, чтобы тут батарейку, например, спилить.
ставит сбоку, стас по центру батарейки. Да, как раз она чик-чик сюда-сюда будет разные направления лечить. Все достаточно четко. КСМ-ка разведывательная есть. А, не Рипер, не Рипер. Через Марик и Кин, оказывается, играет. Марик в реактор, факта. Интересно, Био будет играть опять или нет. Ну, Кин не играет, нет, например. Бустит сталкера остаться. Ну, первого сталкера подбустить не грех, чтобы он побыстрее вышел, на самом деле. Уже пол сталкера достроил, чтобы КСМ-ка здесь не ездила особо носом своим тут. Не водила, не смотрела. Рабочих все больше и больше становится. В этот раз совершенно другой, кстати, билд у статса. Роба в Twilight без каких-то сверхранних апгрейдов. Хотя в прошлый раз мне понравилось, как все сработало, если честно. Здесь медивак, лаба на бараке делается. Кстати, для лабы место какое-то провальное. Нахер стенку здесь делать рядом, прямо с проходом, вот так здание громоздить, чтобы вокруг не ходить, тяжело было. Стим пошел. Ага, дроп минок и стим далее. Ну, не знаю, не знаю, что здесь будет. Вот, вот как-то зайдет, не зайдет. Надо бы буст... Да, вот пошел в блинк. Ну, вообще, блинк со стимом, они делаются одинаковое количество времени. То есть, если стас хотя бы раз бустанет, то он обгонит блинком. И, по идее, как бы он уже с блинком будет против мариков драться. Но... против горов мариков со щитами, на самом деле, блин, не самый лучший вариант. И две фаржи пошло. Ну, похожий билд на прошлую игру, но через роботикс в этот раз. То есть, есть опс, и фаржи пошли, а здесь три минки полетели. Так, что-то долго очень Кин летит. Минки застряли там где-то вообще вдали. Плюс 2 гита еще пошло. Все, 1-1 грейда закал. Можно бустануть 1-1, кстати, было бы. Вот, наконец-то, минки начали двигаться. Пошел третий Нексусон. Среагирует статс на минке-то, нет, здесь интересно. Пока не видит он ничего. Вот, вот, вот залетает медивак. Дроп минок начинается. Статс реагирует, что-нибудь делай. Вообще статс не реагирует. Один из пробок потерял. Сейчас просто на изищах статс. И на минка на мейн прилетела еще. А, два медивака. Кин еще двумя тут пытался отхарасить, оказывается, у нас. Вот оно что. Так, идет Стас отгонять медивакина. Не отогнать ему будет. Он висит там в тылу. Короче, 13 рабочих Стас потерял. Но у него есть третий Нексус. Он очень скоро начнет добываться. Начало неприятно, но восстановить можно здесь свои позиции Стасу, как мне кажется. Вот, нужно идти подхарасить блинком чуть-чуть, по-моему. И выходить в чардж, как и в прошлой игре пытаться. Нексуса желательно бы бустануть. Нафига Стас бустит грейды, когда у него столько пробок погибло, я даже не знаю. А, он хочет 1-1, чтобы прийти сейчас и начать здесь ковырять, короче, оппонент своего. Марики уходить пытаются, но Стас не дает им всем свалить просто вот так вот в наглую. Будет за блинк на мейн, интересно мне. Да, может быть, даже статься на мейн за блинкнется сейчас, кстати, игра. Блинкайся быстрее, дружок, потерял об сервера статс и не блинкнется никуда вообще. Здорово, пан Прилепский, борода, всем привет. Наша тут была есть, наш, как бы, но пока так себе угловая ситуация. Вот Стас что-то стоит, непонятно что. Пойди ты посмотри, бункер, здесь все ушло уже отсюда. Улетел Кин тройным дропом, как бы, а у Стаса дома вообще ничего нету, чтобы встретить это все дело.
Пора сваливать, по-моему. Да, остаться пошел. Обсервер на центре вообще ничего не контролит. Обсервер этот. Прилетает Кинг. Стац видит, три медивака, сейчас надо блинкнуться вперед под них. Один медивак сбил Стаса, он ушел под вторую базу. Сталкер в ТП делает назад, смотрите, сколько их много сразу приходит. Надо блинкаться агрессивно под танки, что Стаса делает. Гвардиан сильно зарешает, здесь очень сильно Гвардиан решает. Да, варп еще идет, будет пытаться Стаса убить медиваки. Нет, не пытается убить. Отбился, и это в плюс было для Статса этот дроп. Смотрите, у Кинса остался с одной атакой. У Статса сейчас 2-2 грейды подъезжают просто. Активно делаются. Вот они, медиваки висят. Тут куда-то либераторы полетели. Статс просто реагирует. И, ё-моё, что ты делаешь? Какой Статс кир делает сейчас? Просто... Блядь, пришел, просто слился в хлам вообще здесь на центре вообще. Что он делает, я не понимаю, честно. Гейтов у него уже достаточно много есть. 6-8 сейчас будет скоро. Добавляются архивы темпларов. Статс видит, куда Кин двигается. Прекрасно. Нужны зелки, нужен варп зелков срочно. 2-2 чаш подъехала сейчас. Статс идет сюда, дал либеркам разложиться. Ну что ты делаешь? Ты твою что за ногу. Берется так штанка такой. Сталкер просто. Зелки прыгают вперед. Статс выпиливает либератора раз. Стац выпиливать, танк пытается. Танчики выпилить, либератора не может убить он никак. Куда ты лезешь-то на оклики, долбодятел, ё-моё. Просто просрал все преимущество свое. По лимиту просто провалился. Как меня Стац бесит своим этим конченным контролем иногда. Это ж просто жесть какая-то. Надо либератора забрать. Но здесь единственное, что Стаца может спасти, по-моему, это 2-2 грейды. Но у него нет зилотов просто сейчас в миксе. Гиты хоть и открыты, но до варпа я что-то не наблюдаю. С тыла тут пошли у нас эти... Вот зелки наконец подварпились. Пробки вперед идут. Зелков, вводи, зелки стоят вообще. Иммортла просрал, зилотов не вывел. 1-1, конченая игра отстаться вообще. Перехвалил я в первой игре его слишком сильно. Слишком сильно я перехвалил его. Но это конченая игра вообще была сейчас. Так играть нельзя в StarCraft. Куда-то все отдельно идет. Куда ты лезешь на клики? 2-2 грейды. Скопи ты чуть-чуть. Видел, обсервер висит, видит статс выход. Подойди к рампе. Поставь 2 филда. Выиграй 10 секунд. Проведи до варп, он зайдет наверх. Ты блинкнешься, зелки прыгнут, фокуснешь либераторов. Нет, этот лезет сталкерами без ничего вперед. Просто подарил игру, кину сейчас реально. Так, пока надо следить нам за еще за ГГГО, да, отборочными. Я буду следить, смотреть сетку, что там у нас происходит. Так, Димага Мотик сверху. Арктур уже в 1/4. Хеллрейзер идет вперед. Крит там есть, Изи, так, Изи Соул. А, Соул, кстати, играет на Штурик, оказывается. Вот у нас что тут происходит. Култи Неразима убил. А мы ждем третью карту здесь. Последнее время, думаешь, если появились мысли, то решение вообще, скажу вам так, читал такую статью, что мозг решение принимает, уже у него есть решение всегда, короче говоря. Вот, несмотря на то, на твои раздумья, ты как бы не примешь то, которое у тебя уже заложено, решение другое. Вот. Если в чем-то сомневаешься, ну... то в любом случае сделаешь так, как мозг, в мозгу заложено.
Погнали. Ну, надеюсь, Тат соберется, потому что это не игра вообще, то, что он сейчас демонстрирует, если честно. Вот. Куда он там прет вообще и что делает, я хз вообще. Поехали, ребят. Третья карта. Статскин 1-1. У них счет. Пошел пилон. Но началось все на самом деле с того, что статсу просто кин прилетел двумя медиваками на мейн на вторую, дропнул минки и убил просто 13 пробок в самом начале. То есть с задницы выбирался, но он выбрался из нее и умудрился просто наошибаться еще жестче, как бы, потом. Ну что же, ребят, СЦ-шечка у Кина, газ-барак у него был билд в этот раз. Рипера фактурку в этот раз в Рипера играет. Ну, статс доделывается кибернетчика, статс вообще не через адептов сейчас, кстати, начинает, хочу ваше внимание обратить, а через сталкера стабильно абсолютно. Вот, у меня что-то заказано, сталкер пилона не было некоторое время, ну сейчас он доделается, сталкера статс бустит. Как раз к выходу, в принципе, этого рипера сталкера доделал. Прилету рипера сталкер прям доделается. Но можно пробку здесь просрать, если она вот так вот здесь будет тупорезить за второй базой стоять где-то. Опять в робо играет. Да играет из Twilight в грейды, как в прошлой игре. Что он вообще делает, не понимаю. Два удара успел сталкером сделать. Ну, надо 4 удара, чтобы рипера минуснуть. Раньше 5 нужно было вообще. Проверяет сталкером статс, не стоит ли, не сныкался ли где-нибудь этот мерзавчик летучий. Но не нашел. Сейчас, кстати, выйдет второй сталкер, и вот второй-то сталкер может, кстати, игре в капкан взять вместе с первым статс рипера этого. Да, смотрите, прилетел риперонский, начинает харасить, пробка минус будет. Да, минус пробка одна, но рипер никуда уже не денется, вот в чем прикол. Ну, рипера на пробку разменял, и на ХГ вообще ничего кин не увидел, считает невыгодный размен вообще. Все люди разные. Ты что, дурак, что ли, я же тебе говорю? Это научный факт, что решение принято у любого человека изначально. Просто ты можешь быть весь в сомнениях, как бы, но примешь уже одно заложенное изначально. Это нужно просто принять, как бы. Вот и все. Ладно, что дурак сразу. Я же не знал этого. Два циклона и мариков 6 летит от кина вперед к статсу. Статса делается блинк у статса. Опа, апсом статс проверяет, все видит здесь. Гейты еще не скоро доделываются. Что-то статс оборзелся, через один гейт играет. Продемоджил немножечко этих циклосов статс сталкерами. Сейчас надо отступить, полечить поля.
и ждать продолжения атаки со стороны Кина. Мариков подстреливал Стас здесь. Куда он уходит? Че он так далеко сныкался-то, не понял. В пробок приехали эти гелики, приехали в пробочек. Стас их убивает, надо циклонов забрать. Сейчас забирает циклонов, отогнал три пробки, потерял. Минимальные потери для такого выхода, считаю, для обороны от такого выхода. Ну и Кин домой улетел, как вы видите. Играет био исключительно Кин. Так, ну что же, третий Нексус 1-1 доделывается. Почему-то Стас бустанул только один грейд. Сейчас что он только один? А, второй, наверное, до этого он бустил. Нет, не бустил ни хрена, вообще до этого он. Короче, атака обогнала в итоге бронюдок. На вторую сразу же по КД заказывать-то. Вот нахер просранный буст вот это называется. Почему? Нафиг ты бустишь, если потом вторую не заказываешь, блин. Секунда драгоценная теряет Стас. Да, и надо, то есть, две одновременно бустить или вообще не бустить. Пять бараков. И на опять выход, короче, с танками хочет продемонстрировать Старсу. Пять бараков у него. А обсервера у Старса нет здесь. Вот сейчас еще один летит вперед. Здесь вот, я не знаю, почему протосы не раскладывают вот режим чертов наблюдателя от сервера. Ведь это ж крутейший режим просто. Опять тайминг выхода неплохой такой от Кина, кстати. Но у Старса точно 2-2 грейдов не будет сейчас, это факт. Ждет Старс выход. Да, Кин идет вперед. Марики на стиме. Дэмэдж сам себе наносит. Баварк еще сталкеров идет. Надо грамотно бой первый принять Старсу, если он как-то подерется криво, здесь тут все плохо будет у него сразу автоматом. Потому что у него чаржа еще нет, обратите внимание. Дает Кину пройти, Стас вперед. Ой, куда ты лезешь? Что ты творишь? Ты вообще опять какой-то просто бред отстаться начинать. Сверху иммортл выходит, плюс зилки, филды неплохие, зилки прыгают вперед. Вот и чаш готов, под блинк агрессивный вперед идет. Но 2-2 апгрейдов нет еще, ну как же Guardian Shield решает, а? Как же решает Guardian Shield? Стас блинкается еще раз вперед агрессивно. Имморталом фокусит их ключевых циклонов и мародеров всяких. Стас это пытается делать сейчас. Фокусит мародеров циклонов. Отогнал Кина. По рабочим в плюсе он здесь. Лимит хороший. Гейтов добавляет еще плюсом 3 штуки. 9 будет гейтов в ближайшее время. Бустануть бы надо бы не Иммортла. Здесь а 2-2, а он бустит Иммортлов. Бустанит и 2-2. Сейчас грейды подзайдут вообще царски. Бустанул опять одну атаку. Смысл, если третью сейчас не заказываешь. Хотя в бою плюс 2 получил с другой стороны. Гай-гай, Кин пишет. Все-таки Стас не 2-0, но 2-1 побеждает. Кина здесь. Следующий у нас матч какой? Скарлетт Кин у нас следующий матч. Ну, посмотрим. Как у нас Скарлетт? Готов ли Скарлетт сейчас?
Так, да, пошли на американский сервер, все там. Здорово, Озбин Рил, здорово всем, ребят. Рекламу, рекламу пилю, я помните про отблоки подержу. Сейчас вот я на секунду свалю. Так, ребят, там Варди мне писал про купоны, можно купоны заюзать, ребят. Надо врегиться для начала, как бы. То есть, по вот этой ссылочке, короче. Кому не влом, заморочитесь, пацаны. Может, с вас бакс там упадет, а может, уже все заюзаны, как бы, уже купоны. Я даже не знаю, короче, ребят. Скалет против Кина, поехали, матч начинается. Ну что, Скалет Кин. Опа, Скалет Протос. Что это такое? А Скалет Протосом теперь у нас играет, что ли? Ничего себе. А чего вы сразу-то не сказали?
То есть Калит считает, что протосами она лучше сыграет, типа, чем террасами. Игра возобновлена. Так, ну что, посмотрите, опа. А вот что Скалет делает вообще. Интересный билд со стороны Скалет, ребят. Два барака, один дома, один прокси здесь. То есть это пуш сталкерами будет. Интересно вообще. Интересно, зайдет или нет. Куда ты едешь, Скарлет? Пробочка уходит вниз сюда. Хорошо уводит Марика Скалет Киновского. Главное, чтобы он возвращался точно так же. Потому что иначе будет барак спален сейчас. Еще и пробкой объехала Марика. Сейчас молодец, Скалет как. Надо здесь батарейку ставить с пилоном и все. Да, сталкер доделся. Приехал Кин. Видит сталкера, видит пробку. А Скалет-то обманывает его. Дружок, как ты тут сейчас будешь отбиваться-то вообще? Бустов тут Скалет много потратила, по-моему, здесь на все это дело. Надо контролить, идти вперед. Сталкер выходит. КСМ-ку надо сбивать. Что Скалет стоит? Скалет с удара сейчас сталкер ее убьет. Минус КСМ-ка. Бункер на ХГ. Вот этот скин тут прочитал, по-моему. Но Скалет не отменит ССФ-у, понимаете, это самое главное здесь вообще. Третий сталкер приходит. Здесь бункер, поэтому все норм. Сможет отбить кинца цеху? Я сомневаюсь в этом, если честно, ребят. Очень сильно. Сейчас четвертый сталкер уже выйдет. Ускалит. Надо на развороте принимать просто этого циклона. Я знаю, зачем Скалет с КСМ-ками перестреливается, объясните. Хотя контроль достойный. Почему сюда батарейку не поставить было бы сейчас, я не пойму. Батарейка очень сильно могла бы зарешать. Да циклона фокусник, куда же ты стреляешь-то? Фига, Скалет четко от контроля-то. Молодец за сталкеров. Умеет воевать сталкерами. Но бункер достроился, и теперь все печально здесь. 43-30 по лимиту делается блинк. Еще один сталкер выходит. Это что-то на первый старт, по-моему, больше похоже здесь. КСМ-ка строит здесь инженерку. Сталкеров двух Скалет варпит. И минус инженерка сейчас будет просто. А здесь сталкеров тоже пачка хорошая. Надо бы установить блинк. И с блинком просто уже убить Кина, по-моему. Очень важен этот барак не потерять быстро вообще. Вот эти потери. 750... Скалет наубивала здесь. А Кин вообще ничего не убил пока что. Даже 0 юнитов. Но Кин играет в танчик. Это очень интересный момент. Нахрена вообще есть смотри. А, ну переход идет макро со стороны Скалет. Ну пусть будет макро. Макро так макро. Что делать? Робу пошло. С блинком будет кинуть интересно. Скалет попытки здесь ворваться.
Может быть и да, но танк здесь застрахует братуху Кина. Вот, потому что... А нужно ли вперед лезть Кину? Вот единственное, я смотрю и думаю, надо тебе лезть-то вперед, братюнь. Сейчас Калит Блинк бустанет, и ты огребешь здесь просто люлей. Куда лезет? Скалит, что она делает вообще сейчас? Зачем? Зачем? Блин, доделся, гейт бездарно поти... Вот что значит не запросто играют. На самом деле, вот это Кина можно было на вот этом выходе тупом принять. Это реально выход, говновыход просто. Но Скалит что-то ушла. Полгода ходит. Блинк в КД был. Так, надо прийти убить циклона и уйти просто отсюда. Пришла циклона минус. Ну, уходит чаш шруба Бэй дома. То есть колоссы плюс чаш. Грейдов вообще не делает Скалит абсолютно никаких. Но зато третий Нексус делает. А вот и фаржи подъехали. Лезет Скалит. Пару залпов от танчиков получает. Вообще преимущество гигантское у Скалит, на самом деле, что и говорить. Минус циклончик еще один. Все, Кин без циклонов остался здесь практически. Скалит уходит с толкерами. Опс, летит вперед. Робо Бэй готов. Будет колосс здесь или что это вообще? Да, колосс пошел. Стандартно все абсолютно. Не хватает на дальность колоссу. Надо, да, нужно грейды сначала здесь забустить Скалит. Потом на дальность накопятся ресы, как бы. Подстроят пробочек Скалит, и все будет хорошо. Чаш уже будет готов. Гейтов, правда, три штуки, все это не очень хорошо. Апса раскладывает. Скалит неплохо, кстати, разложила. Обходит сверху, опять сталкеров добавилось сюда некоторое количество. И можно пойти подзаконтролить все. Минус Марик, ну зато сталкер задемеджился вообще, краснющий стал. Не очень. Это хороший раскат. Куда я продакшн закрыл? Не знаю, куда продакшн закрыл. Бустит Скалит. Да нахер колосса бустит? Бустит и крейды. Хотя, с другой стороны, колосс нужен здесь. Колосс нужен, тоже дальность делается. Вот сейчас можно газ на второй базе заказать две штучки, чтобы газ начал качаться. Если Кин выходу в базовый планирует, а он именно такое планирует, то он обречен здесь на провал, я думаю. Потому что здесь слишком никс жесткий. Не надо колосса в рейндж-скан, да, заводить. Кин видит, что у Скалит есть Нексус третий, как бы, и рассчитывает сюда выход сделать, так понимаю. Скалит обязательно надо гейтов сейчас добавить. Скалит два почему-то добавила. А вот третий пошел, поздний третий какой-то. Ну или сразу еще несколько просто добавить и все. Кин выход делает. Апса, кстати, не очень-то видно. Ну вот он здесь висит на самом деле. Опа, уведи апса, Скалит, сложи его! Красавчик. Красавец, я сказал бы. Еще, давай, прям наглую Кину здесь раскладывает его. Скань, говорит Скалит, скань. Скань меня полностью. Ну, я бы улетел бы лучше вообще куда-нибудь подальше, потому что выход надо спалить бы, было бы, но в итоге нечем будет. Желательно архивы темпларов ставить. Здесь уже четвертый Нексус. Скалит без этих псиштормовиков, что ли, без архонов собирается драться. Открываются гейты, но это только первая игра, даже если эту Скарлетт выиграет, то дальше-то хз, там что будет. Кот колосс поломился, кот колосс поломился. Кин сверх какой-то хитрый обход делает, а у Скарлетт опс так разложен, что она спалит сейчас. Оп, минка, оп, медиваки, опа. А вот где Кин идет. А колоссов сколько? Три уже с рейнджом. Сейчас подъедет, и уже и архончики подъедут, микс. Кин подходит, тут прям крампит. Скарлетт выходит вперед, агрессивный блинк. Минус танк, минус медивак. Кин бежит отсюда вон. Раскладывается на ХГ. Надо агрессивно блинкнуться вперед Скалита. Скалит по частям здесь сталкеров разводит. Короче, минус медивак и вкал. Просто вкал. Вообще ничего себе. Скалит круто запросов играет вообще. На Твиче пацаны пишут, Скарлетт секси чика, она шлет вам воздушный поцелуй, пацаны. Вот, ну да ладно. Главное в ловушку не попасть, короче.
Так, прыгаю в игру, я сейчас, что там за хрень? Катализатор карту Скарлет черкала. Так, ребят, скинул другу ссылку на стрим, у него там день рождения сегодня. Скарлет Кин у нас 1-0, Скарлет ведет, играет за тусов, хотя всегда она зергом была, как вы знаете, но сейчас протосы после патча очень сильные, Скарлет решила свичнуться, уж похоже, вот. Пелунги, Гаснек, Скибернетчик и Билд. Неоновая площадь у нас карта. Ну, Киногаз, Барак в Рипера в ЦСХ стандартный, в факторку сейчас пойдет. Кин не играет мех против протсов, и это пока один из тиранов таких корейских, который не мех играет. Все остальные все почти мех играют. Здесь, среди теней.
Так, Чалик тут что-то порыкивает, ребят. Ну, Скалит Нексус начал качаться. Там тоже все пока развивается, строится. Роба и Твайлайт у Скалит делаются. Сталкеры. Что-то подобное, что Статс играет вообще. Чем Тосы сильнее. Ну, Сталкеров по-другому их сделали. Дэмэдж больше за удар, но ДПС такой же. То есть у них 21 по тяжелым сейчас вообще. Вот. Не, протосы сильны, просто тираны не раскрыли еще пока, на самом деле, против них. Надо био играть, как раньше, просто мне с гастами, либераторами и все, мне кажется. Просто био, либераторы, гасты. Гастов сейчас подняли, изменили им там меньше минералов, они стоят больше. Газа, соответственно, энергии у них сразу. Инвиз, точнее, у них сразу по выходу есть, то есть не надо апгрейд делать на инвиз. Гейты добавляют, здесь две минки летит. Ну, против Стаса скин ждал двух медиваков, залетал с двумя. Против Скалит, интересно. Будет. Да, двумя тоже. Три и две одновременно, короче. Интересно, это билд. Ну, даже если ты знаешь, это тяжело отбить. Это билды, когда ты даже если знаешь, вот так вот будет, тяжело отбить. Все. Но не знаю, как Скалит отобьет здесь. Очень важно, сколько потерь будет. Апсыква-то летят вперед, но не контролят сам около мейна направление основное стали. Так, и наблетает хитрожопу вокруг. Сейчас и эту медивак возьмет. Так, медивак летает, одна минка на третий. Скалит что-то тупит. Что она стоит вообще здесь, не понимаю. Что тупит Скалит? А, отвлекающий маневр. Здесь минку собирается убивать. На мэне минка 6. Две минки 6 пробок на мэне убивают. Опс сейчас прилетит. Надо идти на мэн, а в это время две еще на вторую базу залетают. Скалит вообще никак не... Куда ты водишь-то? 15 пробок. Это вообще колы какие-то. Просто колы. Надо бустить рабочих. Ну, колосса зато есть. Фаж есть. Третий нексус есть. С другой-то стороны у Скалит, да? И на третьем некусе добыча начинается. Вот, и кин висит до сих пор здесь с минками. Кстати, хочет еще раз влетать. Вот говнючок-то хитрый. Будет Скалит реагировать на мэнни? Не, нахрен реагировать. Ну, вот что значит, когда ты просто не играешь, тебя минки просто унижают обоссанные. Одну Скалит и выбивает. На второй базе продолжается движуха. У Кина третья цеха, бараки добавляются, но нексусов-то три штуки у Скалит. Буст в никуда, пробки не заказаны, ну что за косяки-то такие? Наконец-то Скалит отбивает все медиваки эти. Один только улетел куда-то там вдаль. 41-52 по рабочему, благодаря боевому лимиту Скалит держится. Я не понимаю, протосов нафига, они вот экономики нет, нахрен бустить грейды. Зачем вообще 1-1 бустить? Пусть они делают спокойно бусти. Бусти рабочих лучше. Отставание же есть определенно. Так, а там медивак стоит. Смотрите, Скалит не видит, что ли его? Видит Скалит медивак-то? Видит? Блин, канись куда-нибудь. Мимо на мую Скалит проходит. Медивак улетел. Не до контроля это называется. Чарж не заказан, что плохо, кстати, еще здесь у Скалит. А здесь уже продакшн-то такой прям попёр. И рейндж либератором. Вот Кин молодец, через рейндж либеркам играет, и все. Два старпорта. Ну, Скалит 2-2. Ну, хотя, с другой стороны, рабочих Скалит восстановила. Саплай-блок, правда, словлен сейчас. Причем адский юмор. 101, вообще пилоны не строится. Ну, надо понимать, когда, что и как строить. Так, еще у Скалит до варпа идут киты. 2-2 делают. Единственное, что проц по грейдам. Впереди Скалит, молодец. Хоть фотонки может напилить на каждой базе, я не знаю, в конце концов. Квад сталкеры поломились там. Активно вперед идут. Здесь кин проверяет, а пса не заметил. Скалит пошла сейчас ловить этот дроп, соответственно, этих всех юнитов киновских.
по этим аккуратнее надо хреновинам, конечно, ходить, мне кажется, но... Так, Immortals скалит после трех колоссов, начинает клепать, то есть колоссов больше не нужно ей. 10 цеха полетело. Надо проверить сталкерами зайти. Чё она стоит-то здесь? Зайди, проверь, что там происходит. Брат, так можно зайти и не уйти потом сталкерами. Например, где там, кто там лазит подо мной? Это ты лазишь, Чарлик? Иди, братан, иди. Так, два сталкера сейчас Скарлет подрезает. Два Амарика, точнее, подрезает сталкерами. Пошел сканап сервера прикрыть! Да не бояться, не надо блинком контролить. 3-3 грейда заказано, шторм заказан, гейты Скарлет еще делает. 140 лимита у Скарлет скоро будет уже. 200 лимита на самом деле у нее. 10 сталкеров отводит дамажных. Минки подрезает по чуть-чуть. Ну, все, на самом деле, все правильно, как и должно быть, как бы делает Скарлет. Нужно бустить 3-3 обязательно. Нексусов аж 4 штуки здесь. Грейды нужно бустануть. Плюс 3 гейта заказано. Здесь еще не все, кстати, даже открыто. 9, да, гейтов будет. Да, 9 гейтов всего у Скарлет. Кин выход делает. Шторм будет у Скарлет, но не будет 3-3, к сожалению, к выходу кина. Куда Скарлет? Ломится-то? Что за дебильный блинк-то в танке прямо? Либератора подрезает Скарлет. Здесь колосса сталкера, нужны новые сталкера. Вот сейчас с рейнджом Кинг просто Скарлет заблочит. Нафиг, что она делает вообще? Придется отдавать Нексус сейчас, если так дело пойдет дальше. Здесь ТУ работает против подкрепления Скарлет. И очень неплохо работает. Сталкеров все больше и больше становится. Кин что-то стоит на месте. Что он стоит на месте? Вообще не понимаю. Ну, кстати, вот этими сталкерами неплохо в тыл зайти и фокусить либераторов во время боя. Сможет ли сталкер Скарлет это делать? Я без понятия, если честно. Либератор на четвертую базу прилетел. Надо пойти отбить. Он, кстати, разложен таким образом, что сталкеры до него достанут в легкую. Еще до варп идет. 170-170 по лимиту. В тылу сталкеры плохо работают. На мейне либератор под фотонкой погиб. Ну а в ТУ сталкеры развлекают, нормально там. Сейчас кин 3-3 дождется грейдов, кстати говоря. Ох, тут остается 127 секунд всего. Снялся кин, куда-то пошел. Куда он пошел-то? Либераторы вон улетают. Пытается Скарлет поймать либерков. Кстати, словила двух. Молодец, молодец. Здесь выход какой-то смешной идет. Непонятно, куда он вообще идет, этот выход. Ну и смотрите, кин без либераторов на четвертой в данный момент базе. Так, здесь призму какой-то летит. Да что ты боишься-то? А, призму Скаля теряет и боится наступать вперед. Что за бред-то вообще? Что бояться-то здесь? Надо делать еще, мне кажется, поля грейды. Все грейды надо делать, Скаля. Сталкеры идут криво, вперед надо отблинкнуться. Бог сейчас или куда-нибудь вообще. Что-нибудь надо сделать. Призму новую Скаля делает. Поля заказаны. Надо бустить поля. А Скарлет и бустит, кстати, поля. То есть атака в лоб уже нас ожидает, походу, да? Значит, гасты сейчас, да, у Кина сейчас гасты будут. Да зайти вот сюда, не на планетарку. Зайди ты со стороны второй базы. Нахрен на планетарку лезть, я не понимаю. Обязательно вот прям Скарлет. Надо планетарка это сдалась прям сильно прям. Хрена на нее лезть сейчас. Сталкеров, правда, очень много. Кинку отсложился, пошел вперед. Куда он пошел-то? Ой, гасты и МПшек штормовичков. Снайперят штормовичков. Скарлет заходит через верх. Надо понапрягать здесь минеральная линия под ударом. Че боится-то Скарлет? О, да, конечно. А че Скарлет боится-то? Ладно, хотя здесь очень много либератов. С другой стороны, Кин в размен пошел, вы только посмотрите. Вот это наглость. Кин идет в размен, Скарлет. Это ведь ТП домой вот этой армии. Просто надо делать, по-моему, и все. Скарлет правильно делает ТП. На вторую базу прилетает. Сталкеры в тылу есть здесь. 3-3 у Кин доделал. Скарлет очень пассивно действует. Она не понимает, что у Тера есть 200 лимит, который сильнее протосовского на самом деле.
Вот в ТУ сталкеры сработали. Надо только уходить, постоянно уходить, скалят обязательно сейчас. Сталкерами не принимать бой обязательно, иначе будет больно, Кинье сделает. А больно будет очень. Что делает? Скалит вообще в хлам все отдано. Где штормовики? Вообще не понимаю. В тылу где-то бегают. 150 лимита осталось. Здесь сталкеры харасят. Там четвертую кинут. Надо уйти дальше, да, и все. Пока скалит тупит, кинг третий пришел. Но это 1-1, ребят, стопудово. Вместо того, чтобы дома отбиваться, скалят, здесь что-то контролят против мародеров. Третий Нексус упал уже. Надо отбиваться, эти скалят стоит. Всей армии просто тупит. Че скалят стоит, тупит? Сейчас кин придет. Вот тирана такого надо всегда встречать на движении. Скалят же дает прям под себя рассижиться. Надо биться, идти вперед уже. Колоссы стоят под либераторами. Это вкал называется. Это называется вкал, ребята. 1-1. А, темпесты, да, помогли бы, но надо раньше у них было выходить и не тупить, конечно. Очень долго стали темпесты выходило. Хотя, с другой стороны, я говорю про микс. В принципе, прото с темпестами нормально против этого микса тирана дрался, но... У Скарлетт было выше крыши возможности у них выйти в этих темпестах, но она не вышла. Так. Так, ну что, ребят. King Scarlet у нас очередная игра. Один-один у нас счет здесь.
Интересно, против статса кем скалят? Играть будут зергами? Или ПВП тоже? Ну что же, через два газа скалят. Играть в этот раз Чезарио какой-то пошел. Что за Чезарио? Пилончик заказан. Только пилончик и все? Пробка едет в разведку. Видит скалят ЦЦху или что видит? Видит барак. ЦЦху видит. Все стандартно как бы здесь. Погодите, а зачем там пилон-то тогда? Я чуть не понял, если здесь два газа. И ничего на нем не заказывается, на этом пилоне, что самое удивительное. То есть Скарлетт рассчитывала разведать и уйти сейчас, если бы там Рипер был. Что за бред вообще? Старгейт, да, Старгейт пошел. Гейт. Старгейт, гейт, вообще улын, короче, однобазовый такой. Здесь почему-то три рабочих в газе надо, да, убрать отсюда его обязательно. Еще пробочка делается. Так, варп заказан, Кин приходит. Видит, что бустов достаточно много накопилось. А может быть, грелка пуш делать? Ведь сейчас грелка пуш-то с гейтами, ой-ой-ой, как силен, без минок тем более, без туреток если. Сразу только с грелки надо начинать обязательно. Все, сталкер выходит. Так, надо убить рабочего и просто кин, думаешь, скалится цеху собирает. Нексус ставить собирается. Не надо ставить Нексус, надо удивить с одной базы. Да, это грелка пуш, пацаны. Но не надо показывать первую грелку, куда точка сбора стоит. Ты чё, Скалет, убери точку сбора, а не позорься. Так, еще надо пилон или что ближе ставить. Надо гейтов добавлять. Ну, гейты добавятся в процессе продакшена грелок. Газа не хватает очень сильно. Надо зилков делать сейчас. Надо сентрю делать. Куда грелка-то полетела? Куда ты летишь ей? Ё-моё! Да ну! Что? Что делает Скарлетт-то вообще? Это ж такой бред, то, что она сейчас делает. Никакой грелкой ты бункер не пробьешь одной. Грелка пуш заходит резко, когда берешь несколько грелок, и просто они врываются и все разваливают. Надо батарейку здесь обязательно делать, Скарлетт. Да, делает две батарейки сейчас. Бункера будет два, грелки будет тоже две, правда, сейчас. КСМ-ка ездит. Ну что Скарлетт делает вообще? Да какие нексусы надо пробивать нафиг с одной базы здесь? Гейта 2, вообще такая чушь вообще играется сейчас, Скалет. Я просто в шоке. Здесь два циклона. Нет, то есть Кин отобьется, и он это 2-1 в пользу Кина. Это конченая вообще стратегия, вот то, что сейчас Скалет исполняет. Я не знаю, как здесь выигрывать из таких стратегий просто. Бункер не пробить, просто не пробить, Скалет, бункер. Что ты делаешь, блин? ГГ, 2-1, Кин, конченая, блядь. Вообще, я даже комментировать не буду. Не умеешь с процессами играть, не берись, это называется. Первой же грелкой вперед лететь. Ну что это за тупая хрень? Бункера, а что, тираны все без бункера будут играть? Конечно. С бункером все, ГГ сразу. Ну, это полный провал, на самом деле. Это ГГ Скалет, это 2-1 Кин, ребята. Это очевидно абсолютно становится, как бы, сейчас, в данный момент. Потому что здесь уже не вытащить. Грелка пуш исполняется вообще не так. То есть, сталкеры... Ну, Скалет рассчитывал на что? Что у Кина не будет бункера. Она сейчас, ага, тремя сталкерами грелкой придет и там наконтролит просто прям. Скин построил бункер и все. И очевидно, надо ждать бункера от тирана. Он приходит тебе разведку. Он видит, что ты однобазовую какую-то чушь делаешь. Конечно, он будет готовиться. А грелка пуш как вскрывается, тиран? Нужно минимум две грелки, а лучше три дождаться. Зилки, центря, гвардиана стабильно должен быть. И прямо во время пуша здесь пилон бы добавляла, пискали там и делала вот эти батарейки. Тогда да, вообще. Это все в воле еще мы проходили, ребят, грелка пушает. Сильный билд это, да. В этой
В этом балансе он работать будет. Скарлетт не продаст, она не понимает просто, как делать. Как этот билд исполнять? Не понимаю. Скарлетт пока не сдается, ну как? Готова грелочка тут одна стоит дома. Ну а что тут? Ну что ловить сейчас просто в такой ситуации? Что делать? Дрейды искали ставить, стандартно сыграть. Мне кажется, я даже вот сегодня, блин, в плохом самочувствии, то если бы за Скарлетт сел бы, а вот здесь Старгейт уже стоял, просто вот этот билд. Просто не полетел бы грелкой вперед, настроил бы их, и то, может быть, пробить бы получил. И ведь Кин не понимал, что его ждет. То есть он вообще не был готов, что меня поражает. Он вообще грелком не был готов изначально. У него один бункер был, все. Там просто два филда, лучший гвардиан, и все там вообще. А лучший гвардиан и два филда, и все. Ничего не сделать будет. Но с одной базы газа там постоянно не хватает. Даже без филдов, просто зилки вперед, сверху грелки, врубил гвардиан, как бы, можно, конечно, с бункеров там что-то покуснуть, но, скорее всего, ничего у тебя не получится. Кин уже добивать идет. Так, два медивака, дроп будет на мейн куда-то, да. Полетел дропчик на мейн. Блин, тут Скалет будет, про гвардиан сшил Скалет, плохо соображает, поздно урубает. Тут надо сразу в начале боя гвардиан урубать. Ну, я предвидел, на самом деле, такой расклад. Первую на халяву каким-то билдом тупорылым Скалет выиграла карту. И, конечно же, теперь слила просто и все. Ну что, стат Скалет ждем у нас сейчас мы матч. Будет поразительно, если Скарлетт, например, статса выиграет, проиграв Кину.
Так, Блай скалит сейчас. Блай скалит. Ну ждем, ждем. А типа, почему Блай скалит? Другой должен был быть порядок, по идее. А нет, такой порядок. Дальше у нас скалит Блай, скалит Стас и Стас Блай. Вот так вот у нас будет. Дайте-ка я позвоню-ка сейчас, я быстренько, ребят. Так, что-то мне самому тут звонят. Секунду.
Так. Погнали, ребят, далее. Всех еще раз видеть, я вас рад, говорю. Пилю рекламу. Вот, пилю рекламу. Так что помните про отлоки, ну и поддерживайте меня, мой канал, по возможности. Так, Сбла играл пул первый безгазовый, побежал к скалету, скалет 17 хата, газ пул стандартная вообще. Вот, ЗВЗ скалет играет против зергов, зергами скалет играет, против тиранов именно протуса выставляет, рейспикерство, короче, у нас поперло. Вот, как-то так. А-ля первый Старкрафт, Блай прибегает, начинает грызть хату. Но очень недолго он ее грыз до готовности. То есть, почему важно начать пораньше до готовности хаты грызть? Потому что у нее, когда хата готова, у нее есть броня одна. То есть, собаки сразу же на 20% слабее начинают бить. Вот. А до готовности брони-то нету. И собаки бьют сильнее, естественно. То есть, и можно больше дэмэджа нанести, успеть. Так, принимает Блайбой прям с дронами здесь. Сгрызает дронов несколько штучек. И еще одного. 6 минус. Ну как-то, я не знаю. Ну, более-менее разменялся. Собака всех просрал, правда. Скалит скорость заказывать. Не самая ранняя скорость получилась. Ну, Блай, она тут еще и не пахнет скорость. У нее только газ начал вообще добываться. Так, овер минус. Скалит Блай овер разбивает еще. Ну, Блай Лейер играет Evolution Roach Ворона. Рачей хочет Блай играть здесь, как бы. Ну, посмотрим, что из этого выйдет. У Скалит не третий, нет, ничего, как бы дронов по 8 штук клепает. Рабочим скалит на 8 в плюсе стабильно, а то и на 9 иногда. Блай полностью что-то заблочился, что он боится так сильно. Плюс 1 заказ. Грейт. Скалит доделала скорость у скалит сейчас с собачком. Третью хату делает. Эволюшн скалит делает. Лейера нет, Роуч Уоррена нет. Но надо как-то скалит готовиться к Блаю вот этим всем агрессиям, наверное. Блая по 8 дронов там клепается в это время. Нет, просто скалит протсами с тиранами играла. Это вот ответ очевиден этому всему. А теперь, короче, опять зергами ЗВЗ. Ребят, почти готов шпиленчес здесь у нас. Ну что, шпиль готов.
Калят, бегают тут лингами, что-то все контролят. Блайт ставит баску третью уже. Скалит уже третья добывается активно. 56-41 по рабам. У Блая, кстати, отсутствует абсолютно напрочь. Погодите. У Блая 2 эволюшна, и он вообще грейдов не делает. Ну, у него муталиски с другой стороны. Но Скалит у Блая еще мута не вылетела. У Скалит уже 7 гидралов сейчас выйдет. То есть... Скалит муту встретит просто гидрой очень ранней, и она ничего не сделает, это мута в итоге. Абсолютно. Сколько там муталисков? 7 летит, но они даже с 4 гидралисками с королевой-то не могут адекватно подраться. Не говоря уже о том, что он там еще гидра вылазит уже. Сейчас гидры станет просто выше крыши. У Блая гидра Дэна свич в люру, я так понимаю, идет. На мейне спорка есть, не знаю, будет Скарлетт выход делать сейчас. Плюс 2, по крайней мере, она делает. Ну, люра, да, у Блая. Вот я иногда смотрю игры Блая и вообще не понимаю, что он делает вообще. 2 эволюшена в стенке. Ты играл врачей, свич муту, ты не собирался масить муту. Ты о чем думал-то? Почему грейд не был заказан вообще до этого? То есть, у Скарлетт 2-1, а Блай первую атаку такой, тролли-вали. Я заказал первую атаку. Красавчик, что... Если не читер, как бы. Ну, Блай, это не читер, понятное дело, но... Но плюс один это красавчик в кавычках заказанная, вот уже по факту после, как бы. Собака мы тут скалит, бегает. Люркер Дэн сейчас рядом с Гидроденом доделается. Отдельное здание теперь, я напомню. Муталисков есть 9 штук у Блая, но Скалит везде встречает, муту везде принимает. Тоже Люркер Дэн, кстати, у Скалит пошел. Блая 4 уже ставит на наглости, Блая сейчас выезжает. Ну, если как бы расхалявится, с люрой, возможно, Блай. Со Скалит получится, Блая нормально подрался, упа, в режиме обсервера оверсир здесь висел, минус оверсир. Че висел, хрен знает. Пук! Завалил Скарлет свои криптуморы камнями. Бывает. Что-то четвертая хат поперла здесь. Ну, мута, конечно, летает. Здесь что-то напрягает была Скарлет по чуть-чуть. Вижу люра дома, вижу, что это, спорки, плетки. Оборонительное здание делаются. Скалит больше намного по лимиту. Блай по 18 дронов клепашит, просто 85 у него стало. Сейчас это все на дальнюю, на четвертую поехало, кстати говоря. Четвертая сейчас будет раскачана сразу же хата. Чувствуется, ну Блай знает, как Скалит играет, и, видимо, поэтому он вот так вот подстраивается. А Скарлет, не мудрствуя лукаво, просто сейчас что, кайф или брудов выходит просто сейчас. Почему бы и нет? 65 дронов у Скарлет. Рабочих не столько много, как у Блая. Есть уже, правда, инфесторы здесь. Вот это интересный момент такой. Спорка идет вперед. Ну, пока она вкапывается, здесь несколько дронов Блая успеет нарезать Скарлет. Это ошибка. Опа! Микозец хороший зашел. Мута, до свидания. Один муталиск остался, но куда его теперь деть-то? Вообще некуда. С лейзером вчера хорошо подрался. Это что у нас там? Корсар Кап был финала месяца? Это что там за турнир был у нас? Просто я не понимаю. 21 рабочий Скалит делает. Вообще, что они сидят вообще, сейчас не понимаю. Что Скалит с Блай? Что-то сидят какие-то. Ну, хайф там у Блая пошел.
Ну, скалит 3-2 грейды, вот углая вторая только атака. Идет вперед, скалит сейчас. Будет атаковать? Нет, пришла, ушла, что-то, не знаю. Углай отменил в центре, испугался очень сильно базу. Везде тут оборона, плетки, люркеры вообще. Медленно, но верно, кот там скалит вперед выдвигается. Везде углая есть люркера, на всех направлениях просто. Скалит видит люр углая. Не, ну в такой ситуации атаковать это прохладная вообще затея. Я вам скажу. Ну, скалит плетки напрягает Блаевский. Зачем он люру подводит, я даже сказал вообще. Скалит нет вижена сейчас. Ну ё-моё, как можно проморгать вообще? Сейчас был вижен, не было. Да подведи то оверсиры, ё-моё, ну все. И люркеры твои победят. Они и побеждали сразу, но потом скалит кого-то оверсира отвела, и видите, и все плохо стало. Так, здесь кто-то люр отскалит. Идет вперед, но тут не пробить, не пробить. Тут Блая вообще будет, это точно. Есть корабторы, 6 брудов прямо над полем боя. Тут скалит делается. У Блая будет вообще вот, интересно корабторы. 6 брудов над полем боя. Из 6 корабторов. А, кастомки на стриме лазера. Ну, кастомки это одно, а официально играть немножко другое все. Пусть не супер, да, там какие-то мощные турниры, но тем не менее. Скалит Блая начинает давить. Так, притягивает брудок, скалит. Да подведи ты оверсира сюда, ну что за чушь, ё-моё, неужели скалит не догадывается, что надо просто подвести тупого, блин, этого оверсира сюда? И идти давить гидро люру уже своей вперед, просто и не тупить, блин. Тем более люра атакует брудлингов сейчас Блаевская. Притянулся. Еще один брудлорд сейчас вперед. Еще 4 скалит делает. И корабторов очень-очень много скалит делает. Видите, кстати, Блая корабтор скалит. Корабтор минус. Все, пошел Блая вперед. Понял, что долго сидеть здесь не получится. Но где люркеры скалит находятся. Тут есть у него 2 люркера. Сзади, да, они немножко были. Ну, Блая гигантский запас весов. Ну, Блая грейды хуже, чем у Скальт. Скальт 3 атаки. Воздушная есть, вторая атака воздушная пошла. Коготь уже первый сейчас доделался. Третья броня делается у Скальт. Полетела в тыл бомбить там. Базу Блаю тыловую получается. Фаербул у Скальт. О, зелень пошла на люру. Надо отойти назад немножечко, скалит под брудлордов, что она и делает. Но достаточно ли здесь брудов, чтобы гидру прикрыть? Вот. Нормально. Корабторов у скалит достаточно, я насколько вижу. И брудов достаточно много тоже. Они бомбят очень плохо гидру. Но гидра-то с 2-2 грейдами, а бруды-то на одной атаке всего лишь. В итоге бруды падают. Скалит здесь как-то разваливается, но по лимиту в плюсе остается, при этом что-то самое удивительное. И вайпер пытается подрезать корабторами. Ну, одного убило, одного не убило. Надо уходить назад сейчас. По лимиту, блин, близко, и у Блая запас ресов больше даже. На муве просто нормально Блэк, кстати, корабтор на муве подзашатал. Ему сейчас люры побольше сделать, и можно убивать идти, по-моему, было бы. Хотя как 146-180 убить и лимита, я не знаю. Скалит тоже вайперы, кстати, заказан. Можно что делать? Вы его брода притянули, а ты назад его, хоп, и все. Например.
3-3 Блая там делал Скарлетт. Вторая воздушная атака готова уже. 180 лимита, у Блая больше лимита, кстати. Ну, по грайдам у Блая все намного хуже, конечно, чем у Скарлетта. Это нехорошо. Не есть хорошо. Интересно, контр-уры по Скарлетт идет. Люрка потеряла. 10 люр разваливает. Ну, Скарлетт сплетанула, кстати. Гидру неплохо. И рабочие падают очень жестко. Надо засплититься здесь по максимуму. Ну, видимо, этой базе уже не ужить. Здесь гидралиск активно махает клешнями своими. Подрезает газ в тылу там углая. А Блай тем временем бегает на сеты, туда-сюда, что такое. Люрка-рылзакопка готова, кстати. Зеленка по люре пошла. Зеленка от Блая и контр-зеленка от Скалет. Здесь и плетки, и бруды, и люра у Скалет есть. Блая гидра в фарш превращается. Просто в фарш, ребята. Поспешил он вперед ломиться, конечно, по-моему, Блай. Третья атака уже у Скалет почти доделалась. Ну это какое-то мясо за ВЗ, на самом деле. Причем состоянием полным. Нарувален. Какая жена, спрашивает, где Чарлик? Чарлик ушел на кухню, наверное, там трется. Выпрашивает вкуснях каких-нибудь. Хотя там и нет ничего особо. Ну так, там, наверное, дрыхнет, может, на кресле. Не знаю. Придет еще, я думаю. На стриме. Чарлик, ты где там? Чарлик! Чарлик! Тут не хочет идти пока. Так, долго они еще стоят? 20 минут за ВЗ просто тупого. Масс юнитов здесь, масс юнитов здесь. И что-то все стоят друг напротив друга. Я не понимаю вообще, чего они стоят. У Скалет уже 3 когти сейчас будет. 3 воздушных атаки уже есть. Так, гидра там в тыл от Скарлетт заходит, Блаю. Скарлетт просто на вайперах просирает брудов и все. Блаю пришел на тыловую базу. Скарлетт пришла на тыловую базу к Блаю. Вот он, пес, все, царь. Здесь Блай отобьется, а вот здесь. А вот здесь ХЗ. Месторождение Миралов. Вот он, блядь. Наши войска атакованы. Кто-то жрал. Кто-то жрал там, братан. Кто-то жрал там, да? Сейчас с мамой гулять пойдет, Чарли. Наши войска атакованы. Так, ну, груды вайперы вперед идут. Скалет притягивает вайперов. Пытается своих брудов назад притянуть, но как-то не очень получается. Бруды сильнее люры, почему? Потому что люра по брудам не бьет, а ядра подойти не может.
Собаки попёрли вперед уже. Адреналин есть? Да, есть адреналин. Еще 8 рудов Скарлетт делает. Глай пытается их минуснуть, и, кстати, минуснет всех рудов на морфе прям. ГГ, 1-0 Скарлетт в итоге. Так, прыгаю в игру, но надеюсь, ЗВЗ будет. Алин С2 поддержал ваш канал на 222 рубля и сообщает: на корм Чарлику. Спасибо, Алин. Сейчас Чарлик придется меня требовать корма, блин. Надо ему купить этих жевательных для зубов, давно не покупал. Спасибо всем за поддержку еще раз, пацаны. Месяц-то новый у нас начался уже, как вы видите. Так, Зики тут 11 что-то пилит еще. Так, ну что же, ребят. Ну что же.
В этот раз как-то более стандартно везде. Скорость заказана. И у Бла, и у Скарлет. Будет выход третьего хода, Скарлет, ты же в тесте выходит, а я что-то мне... Зики поддержал ваш канал на 110 рублей. На 110. Новая королева создана. Спасибо, Зики. Спасибо всем, ребят, кто поддерживает. Войска Роя атакованы. Все, скорость там, а там бывает 3 дрона скалит минус. Ну, я бы сказал бы, ну, не супер, конечно, много, но 3 дрона приятно забрать. Еще-то было, лингов-то очень много строят сейчас. У него еще лингов до заката идут. Самое главное, что это все без Беллингнеста делается. Была любимая тема, вот эти линги без Беллингнеста и выход в Роучворен потом. Скалит, кстати, королеву прикрыть. Королеву уже не спасти, но сейчас собаки новые выпрыгнут, и тогда можно биться. Блай на Беллинга попадает, всех собак просирает просто сейчас, но это типично, это хрень начинается. Ошибки от Блая идут, Беллингов новых скалит морфит. Ну, здесь нет силы Блая, чтобы пробить хату. Если бы сейчас контр-Беллинга скалит сделал, например, то Блаю будет вообще тяжело бы пришлось бы. А тут, кстати, идет контрболинг бас, то... А побыстрее было Скалет действовать, наверное, потому что здесь роучи уже заказаны, как вы видите. У нас первый выходит, сразу же попадает под собачек. Снизу там еще роучи есть пару штук. Королева будет Скалет забирать. Да, пытается забрать королеву. Да, Беллингов надо увезти отсюда. Просто зачем их отдавать? Собаки что-то под Бэйна поставились. Здесь Блай сам кот вперед поломился лингами. Скалет очень много собак. У нее больше рабочих, чем у Блая. У нее вообще всего больше, чем у Блая. Прям мимо роучи скалит на мейн забегает. Королева здесь сныкана, а вот на третьей базе еще была тупик. Ну это жесткие со стороны скалит, в общем-то, агрессия. 12 дронов она Блая вырезает. Ну Блай, кстати, на третьей базе сам скалит напрягает. Правда, после встречи с королевой двое собаки только выжило. Ну, скалит плюс один делается, и еще роучи она больше еще заказывает. А Блай понимает, что... Я зеваю, блин. Блай понимает, что ловить нечего с такой экономикой, надо вперед ломиться. Ну, сможет пробить. Мне вот что-то сомнения очень большие по поводу того, что Блай сможет пробить скалит. Здесь очень много роучей в заказе. Скалит плюс один, кстати, даже отменяет, а Блай назад уходит. А зачем плюс один-то было отменять вообще? Прям так опасно было, что ли? Опять плюс один пошел, опять лейер. Хотя, зная Блая, Скарлет могла подумать, что улэн, как бы. Но Блай не идет до конца улэн.
Так, Глай умудрился по рабам даже приблизиться к Скалет. Я не знаю, будет атака какая-то от Скалет со стороны вообще на Глая. Наверное, на скорости Роучем-то должна быть, но скорости-то Роуча пока нет. Вот сейчас пока лейер доделывается, сейчас можно скорость заказать и попытаться сагрессимить как-то. Плюс один раньше, все раньше. Четвертую скалит ставит. Оверов надо побольше скалить, оверов нифига нет. Вот висят оверы блаевские. 4 реваджера есть, иди фаерболь. Нет, что-то бегает за вперед скалит. Туда-сюда, что-то бегает, 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 бегает. Чё бегает, хер его знает, вообще непонятно. Опять что ли такой будет, как прошлая игра на 20 минут какая-то? Хрень непонятная просто. Зад-вперед бегание. Так, ну 164 скаль плюс один сейчас будет. Точнее, скорость сейчас будет, плюс один уже есть. Так, дайте-ка, ребят, знаете, что я проверю, как там у нас на год дела вообще. Войска Роя атакованы. Месторождение минералов иссякло. Так, Димага, крит у нас, крит Хеллрейзера выиграл, молодец. Кстати, Артур 3DB. Соуку нагнул, брат, вот не один там Соу уже в полуфинале. Меняет Блаю хату. Сталик, четвертый. Идет вперед. Не успел Блай в люру выйти. Где у него 6 люркеров? Ну второй делает. Ну а что на второй? Третий сейчас не станет уже давно. Вот это дурак спускается. Будет сплит там. А нет, Скали просто отходит назад, да и правильно, зачем второй да отходит. Ну третью Скали убила, Блаю отступает немножечко назад. Есть ли смысл здесь вообще время тянуть, я вот не знаю. По-моему, с двух сторон просто надо зайти или убить. То 90 на 108. Не, ну Блай лишается шансов на выход из группы каких-либо после поражения вот этого от Скалет. Почему? Потому что у него уже второй матч проигранный. Он 0-4 пойдет просто. 0-4 ни одной карты пока не взял ни у кого. А еще впереди у него стат, скажем, ну поэтому сами понимаете. Даже победа над статсом ему ничего не гарантирует, да. Заходит Скалет, здесь такой пад, конечно, флеш вообще жестко проходит, но этого недостаточно оказалось, ребят, совсем. Скалет статс сейчас будет матч. Вот он здесь статс. Надо его, чтобы он пришел сюда, а не AFK-шел. Скалет статс и статс Блайт самый последний будет матч. Угохрё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 хр
Так, реклама, я спильну, ребят. Спасибо за поддержку всем еще раз. Пока Стас не пришел, на секунду отойду, ребят. И вернусь к вам назад сейчас. Так, ну все, я здесь, пацаны. Так, Соул Браток уже первый полуфинал у нас на 2 года намечается там.
Ну что, Скарлетт готова, Статс готов, все готовы, поехали. Ну а вам спасибо за поддержку еще раз всем. Ну что, ребят, Скарлетт Статс, 0-0 счет, бот 3, как обычно, до двух побед. Понятно, кто фаворит здесь, корейский игрок Протс. Вот Скарлетт 17 хата Гаспу убил. Ну, Статс Апилон в гейт, в Нексус кибернетичку стандартную абсолютно тоже. Вот и Нексус пошел. Ну что же, продолжается все это развитие. Оверы вперед летят, а здесь проксик какой-то от Стасу. А что это за прокси? Не знаю, Старгейт, наверное. Похоже, что да. Два адепта у Статса уже здесь, рядом со Скарлетт. Нужно залететь попытаться нам. И здесь 4 собаки, смотрите, что они сделают, 4 собаки. Да ничего, ответ, конечно же. Скарлетт еще и дронами решила подраться с адептами, это ошибка. 3 дрона Статс еще минус. Ну, 3 собаки, 3 дрона, да бы на 2 адепта разменял. В принципе, неплохо. Спорки Скарлетт ставит, кстати, это тайминговые спорочки уже отменять не собирается. Запись. Ну, я сейчас, как закончится стрим, поставлю выкладываться. Поставлю, чтобы доступ не по ссылке был, а открытый. То есть, как обработается, оно доступно будет. Вчерашнего дня выложил, на Goodgame выложил в группу ВКонтакте. Опа. Неприятно. Сразу же Скарлетт Старгейт находит Статсовский. Ну, как бы Донат продолжает развиваться, все нормально. В Твайлайт после гейтов выходит. Здесь овера летают рядом с мейном. Скарлетт все пытается проверить. Ну, это минус 2 овера будет. Еще с экрана в центре убери. Ну, куда их посмотреть? Мы встретили свою судьбу. Какого в центре, что ли?
Никакого ничего в центре нету. Не спешит на ретине, счет Стаса выходить сейчас. Ну, Глеф и заказ у него, по крайней мере, а у Скарлет Гидроден. Как раз идеально против этого всего и нужно делать. Никс. Идут стазисные ловушку. Тут стат ставил на мэнях под королеву, под рабочих вообще. Эмблема автобота — это эмблема Мачерина, вот этого, через которую собирается донат на турнир. И, кстати говоря, ребята, я вам хочу сказать, что там есть промокод у Варди, через который бакс можно туда впилить, надо залогиниться, как бы, и по ссылке, которую я вам чуть позже скину, вам просто можно через Battle.net залогиниться, например, и использовать этот код. Но мне кажется, уже все заюзано, там халявные вот эти купоны. Адепты пришли отстать. Карасит, скажем, очень жестко. Гидралов просто унижает. На мэйне рабочие под раздачу попали. Дичь просто какая-то. Везде проблемы у Скалета. Королева сейчас упадет, кстати говоря. Надо ли телепортироваться? Стат принимает решение, что не надо. И правильно это решение. Абсолютно. ГГ Скарлет пишет 1-0 Стас. Что-то изично как-то пока что. Одиссея вторая карта, Скарлет берет. Так, что-то хост создался, потом отменится. Сейчас, ребят, я на секунду отлучусь и вернусь.
Так, все, я здесь, ребят. Покушал капустки немного, а то кушать хочется. Я сегодня ничего не ел вообще. На 1-0 Стасон, ребят, повел. Ну и вторая игра у нас. Скарлетт играла сегодня протосами против Тирана. Ну вот, и против Тирана она протосами, я так понимаю, играет. Ну, кстати, Вион Гейт. Ну и после Гейта он, собственно говоря, в разведку идет. А, ссылку, да я так и не кинул вам то, что говорил. Через Старгейт Стасон начинает с мейна вторую катку. Адепт номер один вперед. Номер два уже почти готов. И третий остался еще. Строить все это бустит дело, кстати. Прошу прощения. Ну, очевидно, что Стас адептами хочет урон какой-то нанести. Скалет какой нанесет, я не знаю. Лейер, кстати, игра Скарлетт делает очень-очень ранее. Здесь еще 4 собаки, между прочим. Скарлетт. Почти свою собаку Скарлетт сгрызла, кстати. Это было как-то нелепенько, но не сгрызла в итоге. Очень интересный билд, ребят. Есть Лэйр, есть Гидра Дэн. Может, это вообще Люркер Дэн со стороны Скарлетт? Я даже не знаю. Стат просто пролетел, Оракула прослал. Просто красавчик. Что тут говорить? Как же еще надо было его использовать, кроме как просто пролететь и просрать? Опа. Стат понял, что может быть Гидра, и отвечает на Гидру интересным зданием Робо БМ. То есть будут колоссы. Но у Скарлетт скорость рейндж гидре делается. Тут выходом с колоссом, по-моему, двухбазовым можно убить. Просто Скарлетт будет. У меня такое ощущение возникает.
Нагнал все-таки еще одна овера, Стасун. Ну, двумя адептами Стасу тут харасить, хочет главное на гидре не слиться, как нелепо. Все, после има колосс сейчас накопится 200 газа и да, рейндж тут пошел у Стасунчика. Гидрала пытается перехватить, Скарлет пытается призму перехватить, но не тут-то было. Стасон на мейне уже здесь летает. Сел в призму и съехал отсюда Стас. Интересно, будет двухбазовый выход от него с колоссами Олыновой? Или не будет, или он в третий Некс выйдет? Полупупевший его тут. Если ты произвел некий полезный товар и сам его потребил, не ешь каку в туалете, полупупевший. Я думал, ты умнее. Ну, это не полезный товар. Не надо так делать. Так, колосс один единственный есть у Статса. Ё-мо, он его просрал просто на муле. Второй, вон колосс есть, выводишь ты его сюда. Гвардиан Шилд есть. Отошел под эту, под батарейку Статс. Давар в Зилота пойдет, гидра продолжает атаковать, сентри подставляются сейчас, Статс отходит в рампу уже туда, домой, потерял Эмортла, колоссу рейндж еще не готов, вот 5 секунд до рейнджа остается, надо с рейнджом уже, да, там контролить начинать будет как поактивнее. Скарлет пытается дальше пройти, ну нет, куда тут идти, с гейтов, кстати, вар был сбит, надо на мейну варпануть, здесь два гейта-то есть, вот два зилка, Статс еще варпит. Галет пытается дальше давить, да надо выходить, отбивать, чё Стас стал-то? Выходи, ты Нексус-то третий отбей, ё-моё, чё он стоит-то, я не понимаю. Минус третий Нексус сейчас будет. Или пойдет Стас отбивать. Пошел Стас отбивать, но вынужден эскейп нажать. Рипачок пошел. Плюс 2 чарж, 4 гейта, у Скалет все больше и больше юнитов, грейды нулевые, правда, у Скалет. Сколько у него гидральсков? Оп, 28 штук уже. Здесь 2 колосса, нужно чаржи архонов добавить сюда и будет нормально вообще. Чарж, к чаржу архончиков еще запилить. Гейтов добавляет статс, 6 сейчас будет работать. Третий Нексус ставит немножко в другом направлении, нигде он изначально был. Так, достаточно ли статсу, чтобы вот это все отбить, Скалет? А вот это уже, кстати, вот это уже крайне опасно для статса, потому что колоссы вот это дело не контрят от слова совсем люркер. Ну как совсем? В принципе, гидрулингов они жгут, а вот с люрой проблемы будут у статса. Скалет что-то бегает зад вперед, с двух сторон собирается наломиться. Да, похоже, с двух сторон Скалет собирается наломиться. Люра сбоку. Гидра сверху здесь. Ждет Статс, идет вперед на гидрала. Скалет заходит в тыл к нему сейчас. Зилоты прыгают вперед. Будет у них ТФНчик, может Статсон себе сделать отсюда. Проходит под гидру целенаправленно. Уходит от люры. Красавчик Статс. Смотрите, как позаконтролил интересно Статс. По лимиту в абсолютном плюсе сразу же становится он. Если опс у него... Не, а нет опса. Надо обсервера как можно быстрее статус давать. Зилоты ныкаются. Колоссы возвращаются с зилками назад. Гидра от Скалет приходит. Тил сейчас. Скалет собирается здесь статуса понапрягать. Гидрой с двумя гидралами сзади. Сентри, смотрите, сбрило две сентри Скалет сейчас. Есть оп, все, надо бой принимать. Зилки с разных сторон прыгают. Сплэш минимальный здесь, поэтому статус вводит их, чтобы еще минимизировать больше. Третий Нексус собаки грызут. Не сгрызут, очевидно. Скалет меньше лимита сейчас становится, чем статса намного.
Не зашел прессинг, а здесь еще и третья не раскачана. ГГ Скарлет пишет, понимая, что здесь все. Блай Скарлет сейчас будет. Ой, Блай Стат сейчас будет матч. И Блай уже здесь сидит. Ну что, ждем Блая остаться. Так, рекламу пиляю. Меняется 3500. Заткнись. А, Дика два раза по 11 кидал, оказывается. Ура, лука. Ну вот ссылочку вам кину. Кстати, то, про которую я говорил. Не знаю, остались там эти купоны еще или нет. Что-то Блая не вижу я.
То ли блайнят, то ли они в личке там где-то черкают, не знаю. Ну, я надеюсь, что черкают, потому что, ну, ничего не происходит в данный момент, ребят. Кстати, крит Димагу нагнул, смотрю, там. 2-1. Крит-то что-то разбушевался. Все, почеркали, да, в личке черкали. Крит Арктур и Братук Соул. 4 тирана у нас на ГГ-годе в полуфинале. Вот где тирана оказывается у нас много. Тиранов-то. Ну что, стат здесь, осталось Блая дождаться сейчас нам. Ну что, скалит стат 2-0 минус, ну. Так, спасибо, Федор. Что-то не озвучился, что-то прием. Федор переподписан 3 месяца. Без понятия почему. Ну все, поехали, ребята. Ластас, гу-гу.
Так, что случилось? Сервер какой-то не тот, там, но главе пофиг, он говорит, в принципе, поэтому все норм. Это крайний матч у нас в этой группе. Когда плей-офф, кстати, будет, я хз. Варди не искал, то ли в понедельник, то ли еще когда-то там. Старгейт погнал. Да, у статуса Старгейт надежный с мейна. И опять же адепты бустятся. Главное не затерпеть. Про рабочими в начале Блаю. Две собаки куда-то повел вообще. А вот и стат с двумя адептами зашел. Нахрен он вообще ушел отсюда, непонятно. Можно было рабочих нарезать немедленно. Ну, Блай контр-врыв какой-то лингами там делал непонятный. Опять иллюзии надо назад, да, посылать. У Блая что-то очень много собак здесь строится. А, он решил заулынить Блай статса, насколько я вижу. На стенку закрыть, что статс делает-то? Он что, дурачок, что ли, я не понимаю? Дурачком живет или что? Стенку закрой ты. Стенку закрой, Стас, ты что творишь-то, ё-моё? Как же ему повезло, что вот он сейчас закрыл ее просто за долю секунды перед собаками какую-то закрыл. Блай настроил собак, пятнаху. Зачем они ему нужны, непонятно сейчас. Что у него в комментариях? Я из игры стримлю, я официально комментирую варди турнира. Не надо тут придумывать мне всякую ахинею. Так, оракулом статс тут прилетел, чуть была я подхарасил. Пять адептов плюс оракул. Ну такой себе выход, интересно, от статса идет. Нексус на третий закажет. Блинк и Робобей. Опа. А Робобей колосса сталкер, что ли? Ну походу, что да. Пришли адепт, просто сейчас огребать будут от собак или не будут. Дэмэдж-то вруби, оракул. Ё-моё, как же долго врубал Стас дэмэдж-то, оракул. Ну, пожёг у итоге лингов. У Блая что-то нереальное, какие-то количество собак бегают по карте. Вообще, зачем ему столько их, я даже не знаю. Тут Evolution Roach Warren пошел, а или просто... А, два Evolution пошло от Блая. Почти уже готов лейер. Где оракул-то летает? Ну, оракул третий не заказ, но пока адепт с Блая минусует, оракул бьет собак в это время. Очень много ножок. Шинтрей там Блай варпает.
успеть, центрить друг. Не, не успел. В смысле, стат сварпа от центри не бывает, конечно. Колосс заказан, блинк плюс один. Опа, два грейда. Агрессивные атаки угла пошли. Но устаться колосса блинк стандартный будет сейчас, на самом деле. Так, адепты на мейн зашли, устаться. Захарасил Глаю 7 дронов, сейчас увидели FP от него. 8-9. Куда они еще все телепортировались? На второй базе еще подрезал статс. Почти готов блинк. Колосс уже один точно есть, сейчас второй будет скоро уже готов. Гиты пока статс не добавляет. У него 3, а у него 6, куда ему больше. В принципе, ну плюс 2 гейта еще, призму после там колосс 3 или 2 можно идти, Глая уже будет спокойно. Вот 2 гейта и ставится статсом, собственно говоря. Еще пару собак заминусовал. Ну Глая решил, что у Скарля для уровня не получилось, а у него-то обязательно получится, ну посмотрим. А, призма-то есть уже давным-давно. Просто если статс хочет выходить, то надо это делать сейчас, в ближайшее время уже будет. Потому что у него ни чарж не делается, ничего не делается. Можно призмой улететь просто где-то здесь под варпать сталкеров, просто и пойти вперед. Статс дает Глая на халяву сейчас развиваться просто, и это ошибка с его стороны. Но он решил, что вот пора выходить. Да, варп сталкеров идет пока что на третью, но сейчас и призма прилетит сюда. Три колосса сталкера. Колосса делают пиу-пиу. Гидра пытается внутрь зайти. Стат ждет. На призму колоссов законтраливает. Надо призму была обзафокусить, но он этого не сделал. И он очень сильно ошибается, потому что это 1-0 стат. Потери-то вообще какие в игре в этой? Давайте глянем. Не, ну стат тоже натерял юнитов, но здесь он практически без потерь далее дерется, вы видите. Сталкеры все... Ой, ё-моё, как здесь больно. Лишь Глая сейчас. 1-0. Хотя АПМ практически одинаковый был. Ждем вторую игру. Опа, прыгаю в игру, что-то там долго все. Ну а вас всех приветствую еще раз, естественно. Помните про поддержку, подписывайтесь на премиум, отблоки отключайте. Поддерживайте меня и мой канал. Надо Илюхе написать, кстати. Сейчас приехали его там. Thank you.
Ну что, вторая карта у нас что? Blackpink у нас карта вторая. Чё это Блай ливнул? Чё он ливнул-то? Опа. Какая-то карта не та, что ли, там, я чуть не понял. К.И.М поддержал ваш канал на 666 рублей. Спасибо, Кин. Ты хоть сегодня и проиграл, но честно задонил мне. Ладно, да, сегодня Кин играл, кстати говоря. Ну, кстати, у Кина есть шансы выйти, я так понимаю, если будет всех раскатывать никто иной, как Стас. У Кина, мне кажется, есть шансы на выход. Ведь он Блая нагнул и Скарлетт нагнул. Статсу, правда, слил он. Так, ну что, ребят, вторая карта, и Блай избирает интересный билд сейчас. Это три хаты пул, обратите внимание. Ну, кстати, и так статс адептами неплохо харасил, а три хаты пул вообще, по-моему, можно адептами нахарасить очень и очень достойно, я бы сказал. Thank you.
Так, Прокси Старгейт у Стасана здесь. Бла его не видел, прямо под мейном у него стоит он. Адепт один уже пришел, второй где-то сзади. Три строятся королевы сразу у Блая. Вот сейчас два ринга выйдет уже, но адепт-то пришел, ребят. Сразу собаку стат забирает, вторую. Ну, оттелепортнулся назад. Пока королевы нет, надо заходить. Адепты на мейне. Была вместо рабочих стал зачем-то в королеве бил некоторое время, но в итоге все-таки по рабочим начал атаковать и правильно сделал. Оракул сейчас залетит уже на мейн, обратите внимание. У Блая здесь дронов даже нету, нифига. Надо ли на мейн-то лететь тебе, Стас? Блай наконец Старгейт запалил. Второго оракула надо бы подстроить сейчас быстренько. Все, залетает Стас, здесь три, блядь, дрона ездит. Ну что, куда ты прилетел-то? Дядь Федя, ты дурак. Че творить, Стас? Роботик сустаться дома, гейты. Оракул так себе нажег. Но извините, 43 на 20, там 8 по рабочим пользу статься на такой стадии. Но это ж перебор уже какой-то, не? Тут Блай пытается зелков подгрызать, кого-то погрызать. А у Статса Charge of Heavy Templarov. Что-то Блай тут собак намасил, просто нереальное какие-то количество, по-моему. Куда он все прет, конечно. О, Оракула дамаг-то еще есть. Стас просто вырубает, вырубает. Вырубай дэмэдж, копи энергии. Призма летит, Статс видит, как Блая собаки к нему идут. Ну тут реально много юнитов. Здесь зелков 5 штук, 2 адепта. Куда там вообще блайлингами собрался прессовать, чего? И даже и оракул еще может ненадолго, но врубить урон на самом деле. А здесь архона харас на мейне у Блая будет. Ой-ой-ой, больно, 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 больно. Летают архончики. Да надо королев прессануть сейчас, да и все. Что Стасы пытается сделать? Ой, какой харас. Тут одними собачками, этими архоном, это просто на самом деле вообще... против архонов, я не знаю, жесть вообще. Потому что собаку на тигра натравить, на уссурийского. Архоны их на... как орешки вообще раскусывают. Чарш есть? Да, есть чарш у Статса. Контроль от архонов до сих пор очень четко он это делает все. Потери ки в игре вообще. Ну, кстати, потери-то у Статса тоже имеются. Благодаря Блая забеганием. Но сделают и на третью пришли. Третья минус на второй. Продолжается... куда ты их высаживаешь? Ну тут и без архонов Статс выиграл 2-0 на самом деле. Вот.
Лай тут замасить пытается лингов еще все больше и больше. Вот как только этот грейд у стасана доделается, так собаки вообще бесполезны здесь станут абсолютно, потому что зилки их вообще с двух ударов начнут вырезать, естественно. Вот еще до вардилок-то пойдет, сразу же стебется, даже ничего кроме зилок-то не варпает. Хотя архонов надо еще морфить здесь, а зилок-то сразу в бой вступает. Да надо на вторую пойти зилками, один варп на мейн сделать, блайсам ливнет уже, куда ему тут вообще. Чуть призму не слил, призму Стас удает. Сплетануть надо зилоков. Сплит очень неплохой Стас демонстрирует. Беллинги, конечно, есть в наличии, но... Зилки прыгают вперед, зилки все здесь распотрошили. Сзади где-то там один зилок остался. За королевой угнались. И за второй. Ну, Стас дает. Была и не может королеву спасти никак. Чаш есть. Да, минус королева еще одна. Две базы у Блая. Шпиль. Что он хочет-то вообще здесь делать? Я даже не понимаю в этой игре. Стас уже так, как у UMS какие-то архоны вперед. Что есть, просто вперед посылает и все. Блайчик пишет, понимает, что с двух баз против четырех архонов, с пяти муталисками он даже архонов-то убить не сможет, не говоря уже в принципе о победе. Так, ну что же. ГГ года уже досмотрите Мэджика, я думаю, Соул братка выиграл, Артур Крит там играет еще. Ну а я пойду, меня на день рождения звали, короче, ребят, запись выложу, я, естественно. Вот, помните про поддержу, завтра 12 часов приходите, завтра будет Рус Брейн Кап по первому старику на самом деле. И еще что-то, наверное, будет дальше там. А, у GoFSK стандартный. Не знаю, успею на GoFSK, но думаю, на часть GoFSK успею. Поздравляю Статса Кина с выходом. Блайз, жаль, что не прошел. Ну, может быть, попробует он в других турнирах получше отыграть. Блай последнее место, к сожалению, занял. Ни одной карты ни у кого не взял. Вот, жаль, но ничего не поделаешь. Ну, а с вами прощаюсь. Всем пока, пацаны.